Всем доброго времени суток! И сегодняшнее видео будет посвящено видеообзору на эксклюзивные коллекционные открытки с куколками Reborn. Честно говоря, эту идею я вынашивала довольно-таки долго. Мне очень хотелось как-то сохранить в памяти моих малышей. И однажды мне пришла идея сделать вот такие замечательные открыточки. Вы уже могли видеть рекламку, она есть на моем канале. Очень красивая, кто не видел, обязательно посмотрите. И сегодня я хочу показать вам, как же они выглядят, как красиво они приходят, как красиво они упакованы. Все вам показать и рассказать. Собственно, вот такая коробочка. Все сделано в винтажном стиле. Коробочка цвета крафт, шнурочек из мешковины и этикеточка с изображением старых французских открыток. Сейчас я вам покажу, что тут у нас есть внутри. Вот так вот она красиво открывается. Сейчас мы это снимем. Вот такой вот чемоданчик. И здесь находится настоящее сокровище. Сейчас я вам покажу. Это коллекция винтажных открыток. Она таки называется винтаж. Первую открыточку, которую вы можете видеть, это открытка навигатор. Она сделана в другой цветовой гамме. С таким вот нежно персиково-розовом оттенке. И здесь написано коллекция открыток винтаж. Обратите внимание, limited edition 100 sets. Это означает, что таких коробочек будет выпущено всего лишь 100 штучек. И давайте я вам покажу. Самих открыточек 10. Разрабатывала я их очень долго. Над ними работал дизайнер. Они сделаны вот в таком вот чудесном винтажном стиле. На довольно-таки плотной, матовой и немножко рифленой бумаге. Бумага очень приятная к прикосновениям. Сейчас я вам их все покажу. На них изображены куколки, которые были сделаны на протяжении, ну, наверное, прошлых 3 лет. Лучшие куколки, как мне кажется. Вот Саския с поднятыми ножками, Изабелла, Левик, Левика все знают. Все открыточки сделаны в одном стиле. Вот так вот это выглядит. Открыточки уже продаются. Все это очень красиво упаковано. И напомню, что всего лишь 100 коробочек. Заказать такие коробочки можно у меня на страничке в Инстаграм, ВКонтакте или Фейсбук. Друзья, обязательно напишите, нравится ли вам такая идея, нравятся ли вам такие открыточки.
и, возможно, какую коллекцию вы хотели бы еще видеть, в каком стиле, каких куколок. Жду от вас обратной связи.